отключить питание. Женька, в Боба пойдем? Не, я никуда не хочу пока. Че, ты же в Бузесе там летаешь. Нигде я не летаю. Я иду не высоко. Я, скорее всего, сброшу и буду заходить назад, Миш. Я без баков взлетел. Слышишь? Да. Thank you.
Всем привет, ребят. Здорово. Здорово. Где летаете? Тебя что, опять убили? На Корее. Война кончается, все, ушел оттуда, надоело. 15 есть? Чего? МиГ-15 есть? Нету, к сожалению. Пошел на первый, ставился тогда уже, для начала. Ну да. Я горячие скалы последние купил. На следующей скидке уж них 15. Блин, вроде протер монитор, один хер. Так, Миш, я на месте. Сейчас брошу, буду отходить. Обошел отмут, интересно. Блин, уронил бомбу. Вот срань. Нечаянно клапнул, короче, уронил бомбу. Или поштурмить. Так, поштурмлю. Ты далеко, Миш?
Знаю, там. Где вот еще одна зенитка? Так, у меня уже инверсия. Меня, наверное, сейчас спалили. Я сразу пройдусь еще. Все? А что? Да. Не, не у меня. Надо мной. Ах, пушка кончилась. Вторую заряжаю. Топливо 600. Да вот сейчас еще заход как раз походу на тапочки. У меня уже вот видно хорошо, огней много наговорил. Отваливаю. Тоже по кустам. Я встал домой на курс. Там инверсию видел надо мной? Я прям под ней. Ну что, иди за ним, он прямо надо мной идет. Он, наверное, в нашу сторону идет. Сейчас будет спускаться где-то у филда. Идет в сторону филда он. Я, значит, под вами иду прямо. Тем же курсом. Возможно. Да.
Прям по кромочкам. Он идет прям курсом на фьюд. Так, еще одну версию вижу. Нам в лоб, ну не в лоб, а от нас идет. Сейчас, скорее всего, наш. Сейчас на него будет доворачивать. А, все, он пошел на него доворачивать. Налево, видишь? Побоюсь, да, я заряжусь, баки повешу. У меня 500 литров. Женя. Да. Ты где сам? Че молчишь, что ли? Да я отходил. Да я отходил. Да ты что, он тебя видел? Вали его. Наверное, снайпер. Снайпер, скорее всего. Это точно? Уполз. Видел? Рядышком, да?
Вроде тихо возле филда. Можешь? Убил его? Ты будешь возвращаться или что? Я уже дальний прошел, сажусь. И Андрюха в паре с кем-то летает. Пусть писал там. Со штакеля ночью надолбили америкосов. Здесь. Ага. Ну, может, спать ушли, а? Да, да. Ну, наверное, не хотели, хотели повоевать. Вот штакеля 8 я опять сбил. Мне присел уезжать.
Что, сука, съехал вниз? И какая-то. Запустить игру. Уже это внизу остается. А потом это не видит. Ну а потом. Наверное, нет. Нет, как-то. Ладно, я лучше туда перезайду. Побыренько.
Ага. А вы что-то уж давно в Корее, да, я смотрю? Там да. Винтовые поднадоели, там веселее, да, здесь. Ну, блин, тут такие аншлаги бывают, прям вообще. Вроде говорят, что пустой сервер, а... Не-не-не, бывает 40 человек даже. Ничего себе. Пару дней было. Все, Дэс грозился к вам прийти на Мигаре. Это да, что? Да. А его там уломали остаться. А там мистер Шмидт спитов перекручивают, якори перекручивают сейчас. Вообще весело. В общем, хорошо сделали, да? Ну, якорь спит, сразу сознание теряет, а мессер не теряет. Не, ну есть... вот вроде как говорилось, что у них положение пилота немножко было наклонено, им они легче переносили. Ну, вот здесь же спит-то. Вот я сейчас мессера обкрутил два раза на спите, и он мне ничего не сделал. Хоть я его не убил, но он не смог мне это поиздеваться. Ну да, в каждой игре свои фишки. Да. Ну там толпа, весело, война и все. Пилотирования там нету. На ладане, Миш? Будешь сначала садиться? Не, садиться. На полном. А, там. Ты там останешься? На глушняк, что ли? Да, они на взлете, на посадке, да, почти нету. Конечно. Ну, от тормоза домой садится. Вали его на бок. А, да, взлетает, да? А вы на сейберах и на мигарях летаете, да? Ну и так бывает. Ну, пока сейчас на мигарях. Короче, если покупать, надо сразу пару, да, брать? Да, она неразрывная такая пара. Они оба офигенные. А читали вчера новости, что МиГ-23 будет? Что туда писали? Вчера такие большие новости были. Много они грозятся там. Две карты новые. Три. Ты же знаешь, когда, если я троих вижу, я выпрыгиваю. А-а-а. Я от пока даже не вижу, я так взлетел. Вот от этого я твой на посадке меня убили. Ну, на Burning Skies. Прилежит. Вылезу фит там это так сделаешь бы. Почему? Ну, были филды очень сильные там. А.
вас этим испугать. Что-то я инверсии не вижу даже. Всем привет. Здорово. Вы на Корее? Ага. А вы хоть это, скажите, хоть пластырем глаза чуть-чуть как бы приклеивать и уже делать уже глаза чуть-чуть как бы и пластырем. Тут много людей там. Да немного, но есть. Четверо на четверо. Подтягиваются, да, уже. Ясненько. Ты стримишь, Олег? Ага. Ты, блин, прибежал с работы, потому что у меня, блин, башка начала болеть, вот рука уже не начала болеть. Давление, да хрень. На инверсии ты сошел сейчас, Миш? Ковырнул на инверсию. Ну да. Кто-то инверсию сейчас зацепил и пропал. Далеко отсюда, да. Не-не-не, здесь. А, вон он на инверсии, пойду посмотрю. Я своего не вижу. Короче, походу ТФС 5.0, короче, на этом движке, короче, все-таки решили проблему со сглаживанием, поняли, в бобе. Потому что было там восьмерку ставишь на сглаживание, и толку нет, что... А где выкнифила? Thank you.
Закон зачем? Я иду, но я очень далеко. Одинокий? А тебе какая еще жена может? Меня? Да. Погляну. Два и два. А два и два, ну я смотрю, что как два и два похоже. Светло? Нет, нормально, ну в основном же ты считал сюда на 1,8. А. Ну ты покажи ему жопу, развернись, он вернется. Не, ну... Прям показательно, вверх как-нибудь вправо. Ты что, мы не догонишь? А он если развернется, то закрутитесь. Сейчас сделаем, развернется, плавно разворачивайся в лоб, плавно тут. Потери. А у тебя не красный самолет? Я в зуме никого не вижу. Иду на 4. А ты мне все летаешь? Нет, а ты мне все летаешь. Ты мне сейчас сидит в своем МТС и там разговаривает с пацанами. Ну, они летают. А, я разговариваю. Ну да, на сервере он самолет. Он на этом, на чем, на Миге или на... Нет, на сервере. Что звуки? Ты чё? Я в Сочи вижу, тебя не вижу. А высота?
На посадку, да? Посадку? Тут все чисто, я понял. Да, да, да. Не, это ты когда к ихнему филду подходишь, начинают прибивать ихнюю связь. Твоя высота. А. Ну ладно, садись, я по горам пошел к ним. Давай. Хорошо. Ты на длинную, на короткую высадишь? И разделяю. Да. Ты смотри, там произойдет тихо все. Ладно, я пошел туда. А, ты еще не все, я думал, ты уж коснулся. Смотрел, посмотрел тебя там. Давай, давай. Здорово. Здорово. Привет. А вы далеко отсюда? Я уже возле ихнего почти. Я хочу с вами на красных полетать. Давай. Кай, ты что, да? Да, да. Ага.
300 баки вешай. Ходи. Давай, запускай. А, ты еще будешь летать? Я ты все уже сейчас. Давай, давай. Тебя простим, если что. Сейчас, может, уже и лыв подойдет, он тоже поздненько подходит. ЦМФ должен сегодня летать до упора. Но он летает. Да, он, собственно, всех и звал. Он говорит, я хочу сегодня на Корее. На приеме хотя бы. Ты сможешь так? По напарник был только на приеме. Ой, блин. Его бьют? Да мустанг меня расстреливает, вот так вот. С питания узнают, что ли. Убить его, что ли? Ну да, такие вещи надо убивать. Баки выбросил. Ух ты! Далеко улетели? Блин, а. Кого там, добрый вечер, кого там мустанг расстреливает? Нет, я уже его заточил. А ты как, привет. Ты опять со связью, Миш. А ты как всегда на месте? Да, да. Ты если шепотом будешь говорить, я тебя погромче добавлю. Отключить питание. Скажи что-нибудь. Ага.
Вешу баки. Что, вы летаете? А мы все летаем. А что ты стоишь на аэродроме? Я думал, ты летаешь. Ты убился сейчас. Баки сбросил, решил там повыпендриваться над землей. И заснул. Плохой из меня выпендрежник. А кто впереди? Теперь я. Я ж читер, забыл что? Да. Прицел ставь ровно на 11. Слышишь? Зачем? Так надо. Слышь. У тебя 11 и 3 стоит. Надо ровно на 11. Север 11 метров размах крыльев. Поэтому ты не попадаешь. Я просто мазила. А, все что ли? Это просто ДМ, блядь, такая, блядь. Сколько ты влепил в него это, с 23 миллиметра, блядь, он должен был по-любому упасть, нахуй. Движок там точно был поврежден, блядь. Ладно, крылья не отлетели, но движок, это движку пиздец должен быть. Я до одного режиме. Снаряда достаточно будет. Вывожу. Ты сам представь в эту, блин. Двигатель, где крыльчатки крутятся в реактивные, попадает, блядь, снаряд 23 миллиметра. Да птичка попадает, блядь, ему пиздец. На режиме. Миш. Ты на режиме? Кивни хотя бы. Миш, поехали. 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 Народ не потянул, да, Олег? Ну все. Покажи.
Ты это блахвота. Шепчи помягче. Жужжи тише. Второй в воздухе. Освещение выключил, вооружение включил. Блин, а вы что, не за мной, что ли? Я уже разогнался. Да я за... За мной, да? Я на 150 стал. А я тебя только что видел, ты уже потерял. Я думал, мы строим, так и пошли вправо. Ну вы с Мишей в строю? Да, он чуть сзади, наверное. А, ну это нормально. Какой режим? 10. Курс 150. А моё против вас летает, да, Олег? Ага. Ну, вешайте здесь. Да что-то он... Понятно, где он летает. Я его еще не сбил. Вот они сейчас в паре с теплом, наверное, сейчас начнут сбивать. О, вы. Одного вижу сзади. Миш, ты видишь меня из-за вара? А, вижу, все, вижу все. Скажи мне, где завар? Я перед вами. А, вот он ты. А, вижу. Это СМЭФ с теплом, скорее всего. Пара. Я потерял тебя. А, на 7 ниже. А. Я вот понял, что я на Корее на этих самолетах летать вообще не умею. По сравнению с Cold War, я... Надо прочувствовать просто, да. Да нет. Блин, разгоняются они все, как здесь. Надо очень много летать просто, очень много. Ну, либо да, либо летать долго. Я на Cold War вот захожу, я чувствую себя как дома там. А сюда я прихожу, я как в гостях. Милости просим в гости, дорогие. Ага, я вижу. Давай, забьем на них, пойдем в сторону озера, там потусуемся.
Включи ракетницу, Олег. Десяточки иду. На инверсию не видим сюда. Да, мне кажется, фантовщина. Куда? Инверсию? Опять сошел в инверсию. Либо он втыкается выше, либо ниже. Пойдем. Что, пошли направо? Что, право? Давай повторяю. Ну это, я думаю, заманух, это ЦМФ, пока за инверсию уходит. ЦМФ баки-то не берет, то есть он взлетает без баков, сжигает топливо и вступает в бой уже более легкий намного. Маневренный. На сейбре. А как тут без баков летать? А на сейбре хватает топлива, да? Того вагона. Олег, не все ж летают на полном газу, как ты, блин. Ну где на полном, посмотри. Это может сейчас научил хоть чуть-чуть. Не, я ж не вчера летал на сейбре. То педаль в пол погнал. Баки нафиг не нужны. Врубаешь полный газ, набираешь сколько там, 8000. Топлива у тебя еще полно. Зачем даже 8000 набирать? Ты разогнался, набрал 0,8 звука, блин, и 90 поставил режим, и уже пиздец. Хуй тебя кто догонит. Так да, так он на высоте держит 0,9 маха, да, не на полном газу. Я знаю. 80% 80 ему даешь, он чешет. Вот 85-80, да. Он очень экономично, очень быстро идет, короче, там. Может долго летать. Спокойно можно летать, даже назад не смотреть. Тебя миг не догонит будет. Так что баки там нафиг не нужны. Так что, идем к нашему флоту, возвращаемся? Или ждем инверсию? Олег, ну ты доволен теперь с белыми фонарями летаешь? Да. Я их всегда выкручиваю. Даже днем, да? Ты молча включает, и не сказал, что никак они включаются. Слышишь, Скай? Белые фонари где? В Миге? Ну да. А мы с Сапсанычем там литературу все прошерстили. Так слева. Да я про этот реостат забыл, блядь. Думал, что его нету. Думал, он. Я вернее забыл, что он регулируется. Да, я читал эту инструкцию, блядь, нахуй. Тогда Миг вышел, лет 5 назад, блядь. И 8, блядь. Да не надо ничего читать, просто покрутил все ручки в кабине, да и все. А мы на твоем стриме, я увидел, думаю, ё-моё, а этот... Слышишь, Олег? Это я в этом, в БЗС, блин. Когда вот режимы умного метания на пешке, на L2. Ага, все, вижу. На L2, слышишь, эти режимы, думаю, изучал, блядь, весь форум прошерстил, потом думаю, а хули я мозг ебу, там же включаешь техночат, и все тебе показывает. Он спускается. Все, прям визуально вижу, что это сейбер. А второго нет, да? Это там. Тоже трёса. А второй наверняка нас сейчас ловит.
сзади под инверсией. Да, он пикирует прямо резко к филду. Даю газу больше. Так, а там где-то наша наземка, может, он на наземку пошел? Ну что, не потеряешь завара? Я пока вижу. Сум его вижу. Он пошел вправо. Поворачивать на нас. Прибой. Миша, а ты мою 6 смотришь? Я-то твою смотрю. Что за вар втопил, а? Как его догонять теперь? Я боюсь потерять его. А он вниз пошел. Я подрезаю его. На бешеной скорости обломился. Олег, как ты мне говорил? Ну ты убьешь сегодня кого-нибудь или нет? Это зависение. Брак. А, к филду ломится. Кого... А, там садится кто-то. Дымный. Либо это второй сейбр. Нет, он прошел мимо. А что, нет, там, да, над филдом сейбр, а это второй. Над город. Он пошел на город. Можем разделиться. Я бросил бак. Смотрите, один сейбер над городом, другой над филдом. Принято, идем за тобой. Мишу не вижу. Миш, если ты меня потерял, иди на филд. Он идет параллельно просеки сейчас на город, Миш. Высота у него около полтора. Меньше даже. Выбрасываю баки нахер. Он вправо пошел. У начала города. Второй? Нет, это я про тебя. А, понял. Мишу не вижу. Блин, так мы не догоним никого, блин. Все, я завора потерял. Ну это вообще жесть, контакты тут. Сейчас я, если отвернусь, я его потеряю. Подошел к городу, на опушке леса сейчас. Да, на 2 часа инверсию вижу. Контакт по... Завар, ты пошел на инверсию, да? Не, я низко иду за ним. Так, на 2 часа контакт рядом с нами. А вот инверсия, он идет на инверсию. Вот смотри, на инверсии контакт черный. Намного ближе к нам. Вот прям рядом. Или сейбр. Миша, сделай виражик, виражик. Нет, это не ты. Сейбрак пошел за инверсию. Не факт, что это сейбрак, может это ник. Ну, вроде дымит. Прям тянется за ним. Олег, у тебя вот это приближение на слайдере настроено, да? Да, да. Потом график покажет. Ага. Я там, я помню, хитровые ебаная. Да, парабола. Две инверсии, две на 2 часа еще. От этой инверсии еще на 2 часа.
А чё мы все потерялись и смысл? А мы походу все едем вместе, потому что у меня все те же координаты, которые вы называете. Ну это у меня да. Точно так же, на 2 часа, 2 инверсии и передо мной инверсия. Мы где-то рядом, но все равно да, да. Строил это. Не ездить. Могу ракету стрельнуть? Не, не надо. Пока пошли уже. Я вон баки выбросили жалко. А мы далеко не пойдем. Опа, опа, па, па, па. Я вижу ниже нас. Смотри, еще две версии под той инверсии появились. На зум посмотрите. Я довернул правее. Под две инверсии. Там вижу ниже нас Сейбр. Идет домой. Вижу, да, Сейбр. Ты на него пошел, да? Ага. Сейчас он с левым набором. Вижу его, да, пошел за ним. Пойдем, да. Мишка, короче, под двумя инверсиями на 2 часа там Сейбрак. Где-то на высоте 1005 он. От города курсом 150, если учесть поправку. Он тянется вот за этим двумя инверсиями. Больше городов-то нету. Еще один инверсий, е-мое, ну. Короче, чтобы воевать, надо подниматься на инверсию, наверное. Зацепиться за кого-нибудь. Вот я вижу, да. Ну чё, тогда выходим на инверсии? Пошли, наверное. Во-первых, экономичнее. Во-вторых, к нам могут прийти. Да, на, пойдем. А так то они... Да, они нас ищут, мы их в итоге. Только топливо жгем. Я пустил инверсию. Вижу тебя, я сзади, сильно сзади. Пустил инверсию. Я пукнул. Инверсии. За тобой можно, блядь, книжечку записывать, блядь, цитаты, блядь. Сейчас я тоже пущу. Пущи газок. Миш, это буду я второй. Так, ну сейчас Сыбер меня увидит, походу. Да, все, я вышел. Завар, я сзади. Я вижу. Так, обернись. Давай с нами лучше поборемся. Всего лишь трое. Одного тебя. Двое, Миша где-то сзади. Что в засаде? Так, один из той толпы, видишь, откололся. Его либо сбили, он как-то откололся, видишь, и пошел. Да, походу его ушатали. Да, уж больно ровная спиралька у него. Да. Красивая. Так, а эти сейчас закрутятся, наверное. Закрутится, так что нам мало не покажется. А, значит, вон те самые все наверху на теме. Так, ЦМФ спускается вниз к этим. Ну, сейчас он проверит этих, потом к нам придет. Да. Завар, но они все с преимуществом по энергии будут на нас. Да мы, если честно, чукаем вниз. Тормоза и тогда уже вниз спускаемся. Прячемся, с инверсии сходим. Видишь, он тех игнорирует, либо он заход готовит под тех. Скорее всего, да, заходит. Делает заход под тех, он разворачивается. Он вышел, ох, нифига себе, он даже с инверсии вышел выше. Угу. Тысяч на 12, наверное, да? Да. Сейбр. Да этот СМФ стопудово. А?
А вот с кем расходимся, интересно? Я тебе говорю, мы сейчас такую компанию с тобой получим, что удивимся. Да ладно, чё, ну а чё? Четыре сейвы. Ракета? А, это наш, смотри, наш. Да. Это вуф, наверное. Пошли к нему. Так, а вот вниз двое пошли пара, вот все обосновим, кто чужие. Ну, кто из вас чужой? Да ну его. Пять. Мигать за сейвером будет. Да. Пошли лучше нашему поможем там. СМФ. Вот вниз, вниз, слева, спарли. Слева бой. Рядом. Ты вниза пошел? Да. Слева там... бьет нашего. А я думал наоборот. Вижу. Ладно, захожу. Вижу три контакта внизу. Ну вот, это мы. Над лесом потерял. Сейчас сам всех потерял. Над лесом. Игорь красный какой-то. Да. Как с бани. Ты разошел с ним? Не, я в нулях всех потерял. Иду на солнце сейчас пойду. Лево. Так, кого-то вижу. Блядь, я разбился в деревья. Ты забился? Я не умею на этом летать. От слова совсем. Я, блядь, даже скорость не чувствую. Блин, я по нулям тоже кружусь. По нулям тоже? Не. Попал. Красный миг мешается, да, блин? Ага. А, не, АБК больше сейчас закончится. Мочи обои, блядь. Давай-ка она проходит с панового. Нет, еще не было. Не дошла? Я ж смотрю. Я ж рецензию буду давать на твою стрельбу, блядь. Мне бы тебя найти бы. Я в жестких нулях.
А, ты на инверсии? Да, вижу. Ну ты же не воюешь? Не воюешь. Ну я в жестких нулях. Вообще прям жестких. Хочешь спускать? Я немножечко. Я под инверсией не этим, и морем. Между где-то так. Давай, все, я своего бросаю. Поднимаюсь к инверсии, тебя пока не вижу. Все, вижу тебя. Пусти снизу. Чтобы я сейчас, я буду подниматься, я все потеряю. Магнитофон и дубленку, все. Три магнитофона. Да. Слышишь, Миш? Я поднялся, но я уже без скорости, уже бесполезный. Потерял еще, блядь. Вижу сверху заходи. Второго не вижу. Его. Ай, блядь, не получилось. 5-6. Вполне. Ты у него? Ты же есть. Когда в нулях летаешь, ты одну высоту знаешь. А тут, блин, вы спустились либо выше, либо ниже. Ноль? Тэш. Тут река. Вижу, Миш. Ух, ёпт. Ловишь? Нашел я тебя. Валяет обоих. Пять один.
подожгли нашего. А, ты еще летаешь, смотри, да? Я уже скоро. Живи, живи. Дергай ручку. Лагает не его, его. Тебя лагает, Миш, спильно. Да? Нашел. Соснуть. Бросил тебя, пошел влево. Иди на посадку. Потом будет убегать. Запашник какой-то. А? Давай, давай. Сейчас немножко оттяну его. Видим, посад. Развернуть мне уже, наверное, топливо. Да. Глядя уже дома. Набери высоты, да. Далеко филд. Поворачиваюсь. Блин, уже сколько летает, так ни одного не сбил вообще, офигеть. Какой-то день не рыбный. Потому что у тебя фонари белые горят, они тебя выдают. Кого-то записали. Если тот собрать не дошел.
Куда я пробил? А? Ты что говоришь? А. Вот я с прохода какого-то там попал. Блин. Попадаешь, сбиваешь. Вчера, блин, столько три очереди садил. Он, если бы не добил бы, он так бы и сел. Дошел, Миш? Пойми, вот не получилось. Я слишком сильно разогнался, подошел, блин, проскочил. Самый вкуснятный, но я пролетел мимо. А потом меня он увидел, бросил тебя. А ну, Олег, пролети низко, низко над деревьями и посмотри в бок. Будет ФПС просадка или нет, слышишь? Я уж над городом, там. Там уж точно будет. Да, тоже у тебя подфризивает, когда в бок смотришь на деревья, по низам идешь. Чуть-чуть. Аварийно это? Выходит, аварийно надо выпустить, хочешь? Раскрутить справа две этих хреновины, а потом потянуть на себя вот эти рычаги, по-моему. Да, да, да. И рычаг шасси должен вниз быть. Не пойму, что Коля прыгает по каналам? Туда-сюда, туда-сюда, блин. Да пьяный, наверное. То вверх, то вниз, то к нам. Понажился, блин. Что найдет там отдарить, да? Ты лучше их на не выпускай, то по час пока додергаешься, движок станет. Ты на этих. А, на торм-тор не выпускайте, да? Есть, есть. Тоже, тоже. Там же, с той же стороны, где и шасси. Тоже тянуть надо, по-моему. Я не помню, но... Это уже давно их не выпускал аварийно. Раскрутить кран тоже нужно, и... Там же это щитки и закрылки, по-моему. Не вышли? Тормоза не вышли, Миш? Блин, скорость большая. Хватит тебе полосы. И хватит. Хватит, не спеши, Миш, хватит. Да-да-да-да. Полосы еще очень много.
Давай, руля, руля. Лево, право, лево, право. Сбивай его, Олег. Я прям в копеечку уцелил. Лимон поехал, что ли? Что-то народу в стриме 7 человек, а в этом, в чате тишина. Здрасте, не до свидания. Что это за беспредел? Не, говори, сейчас скажи трансляцию. Я тут горбатюсь. Да. Скажи, сейчас прекращу трансляцию, сразу все здорово танешь. Тут все спину гну, блин. Видосы снимаю. Шасси также. Шасси вышли, кстати, аварийно.